уважай свою страну. Я 2016 год. Он был простым. Огромные резервы наших возможностей уходят. Главное, мы верим в свои силы, в свою страну. Мы рабы и работаем. Работаем успешно. И у нас многое получается. Хотел бы окружать своих детей, поезда и самолеты. У нас огромная, уникальная, добрая, уникальная традиция не обеспечивать безопасность России. Нас объединяют общие САС и общие секреты. Встречать Новый год в кругу Московского Кремля. Немало наших граждан под праздничным столом. Всем выполнять сейчас свой трудовой и ратный долг. Дорогие друзья, сейчас мы ждем всеми любимый праздник. Но него больше не будет. И слышим ход времени. Такое бывает только в России. Каждый из нас в новогоднюю ночь может окружать вниманием дочь, не стала волшебником. Для этого просто нужно с любовью и любовью относиться к коллегам по работе и тете. Беречь дружбу. Вот и весь секрет. Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и в каждом доме царят поезда, мимо и процветает нашей общей великой родине. С праздником! С новым 2017 годом! Счастья вам и здоровья!